сейчас хочу вам рассказать, почему вам никогда и ни за что не стоит обучаться в Черкасской школе фотографии. Ну, во-первых, вы будете мега заняты. Это занимает кучу времени, потому что вы будете много ходить пешком, много ездить на машинах, велосипедах. Вы посетите очень много классных мест Черкасской области, привезете тонны, просто тонны фотографий и супер фотографий. И скажите мне, оно вам надо? Во-вторых, вас будут грузить фотографическими знаниями. Вам будут просто, вас будут грузить семейственностью, дружественностью. И у вас появится очень много друзей, знакомых, без которых вы в дальнейшем просто не сможете жить. Ну скажите, оно вам надо? Вот представьте, моя группа, 40-летние, 30-летние дядьки и тетки, после разлуки там в 2 недели, мы несемся друг другу навстречу, обнимаемся, целуемся, тем-тем. Странно, но оно вам надо. А в-третьих, вот, преподы почему-то мега заинтересованы в каждом из нас. Они постоянно звонят, они спрашивают, интересуются, получилось ли у тебя сделать фотошедевр. И плюс заявленное количество часов обучения в день 2, а у нас всегда это проходит намного больше, и 3, и 4, и бывает и 5, и 6. И все это говорится, это вам бонус. В-четвертых, эта школа, она могла бы быть группкой маленьких профессионалов, закрытой и тихой. Но нет, они плодят себе конкурентов. И многие из учеников, они начинают свой бизнес, они открывают фотошколы, студии, становятся успешными людьми. Ну и последнее. Если вы будете учиться в этой фотошколе, вы можете потерять просто свое основное место работы. Или точно вы потеряете, как я. Я вам хочу сказать немного о себе. На момент обучения, начала обучения в фотошколе, я имела хорошую, стабильную работу в компании «Киевстар». Мой стаж уже был 9 лет, и казалось бы, ну чего желать, чего менять? Но нет. Александр Маламуш своими стараниями, просто он показал мне красоту творческого мира, вдохновение творчества, и я захотела чего-то большего. Мне захотелось стать другой, мне захотелось заниматься тем, что мне нравится. Я ушла с работы, и я начала свой бизнес. Я фуд-фотограф. Ну, теперь, если серьезно, то я вам всем рекомендую. Я рекомендую вам окунуться в эту атмосферу. Это люди невероятные. И преподаватели, и те, кто учатся. Сама школа – это рассадник, просто рассадник прекрасных людей. У вас появится много-много позитивных эмоций. Вы научитесь любить и дружить. Вы научитесь фотографировать. Если вы не умеете, вы сможете. Если вы чего-то научились до школы, то, поверьте, вы повысите свой уровень. Я вам рекомендую, приходите. Вы никогда об этом не пожалеете. Вдохните в свою жизнь новое и прекрасное. Спасибо за внимание.